Грандиозный праздник театра на родине великого русского писателя. В Ясной Поляне открылся фестиваль «Толстой уикенд». Более десятка спектаклей, лекций и чтения для детей. Билеты на мероприятия разлетаются, как горячие пирожки. О том, как надо ставить классику, чтобы она была интересной и в 21 веке, Ирина Куксенкова. Поляна принимает яркое театральное событие лета. В этом году, помимо российских театров из Перми, Саратова, Калуги и Рязани, свою постановку «Крейцерову сонату» в родовом гнезде Льва Толстого представит Валмирский драматический театр из Латвии. «Толстой уикенд» открывает пьеса «Фальшивый купон», постановка «Коляда театра» из Екатеринбурга. В зрительном зале под открытым небом ни одного свободного места. Все билеты раскупили за 3 часа с момента начала продаж. Уникальна сама идея фестиваля. Кстати, принадлежит она губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Спектакли под открытым небом. Главная декорация – сама усадьба. Зрительный зал на Лужайке, где когда-то собирал всю семью Лев Толстой. Пуп. Этот фестиваль с каждым годом приобретает все больше и больше внимания. И, конечно же, мы видим, что на эту площадку собираются ведущие театральные коллективы нашей страны. В этом году к нам присоединились региональные театры. Очень отрадно осознавать, что фестиваль получил статус международного. Это яркое культурное событие не только на уровне нашего региона. И можно с уверенностью сказать, что это яркое событие в масштабах всей страны. Каждая фестивальная постановка проходит тщательный отбор. В России и за рубежом ставят множество спектаклей по произведениям Льва Толстого. Но не каждый можно показать здесь, на открытой сцене. Какие-то спектакли привезены, которые в своих городах играются довольно там давно, и 5, и 6 лет подряд, и там этого сезона, предположим. Но целый ряд спектаклей сделан специально для этого фестиваля. Директор музея-усадьбы Екатерина Толстая говорит, зрителей с каждым годом все больше. И уже сейчас приходится думать, как расширить и программу, и театральное пространство. В 2016 году по статистике было 3500 посетителей за эти 3 фестивальных дня. В прошлом году, в 2017, было уже 5000 зрителей. В этом году уже билетов продано в 1,5 раза больше. Каждый год интереснее. И потом, знаете, как-то нас всех объединяет то, что здесь очень тепло, легко, здесь очень-очень красиво. Здесь вот такая аура, которая дает дополнительные эмоции. За 3 дня фестиваля здесь покажут десятки классических постановок, абсолютно разных по жанру и стилю, чтобы мир и философия Толстого стали ближе каждому. Ирина Куксенкова, Андрей Леонов, Борис Чучупалов и Наталья Сидорова. Первый канал. Ясная Поляна.